что там улеглась? Сегодня у меня вот такой прикид. Пропусти мальчишек. Мальчишки хотят играть. Надь, пропусти мальчишек. У меня теперь знаете что? Я всегда с собой беру. Нет, не видеокамеру. Горшок. У меня раскладной горшок Надя купила. Теперь вот я всегда с горшком хожу. Давай, иди, выходи. Потому что просто вот так держа, она не хочет, а вот горшок прекрасно ходит. И поэтому без горшка никуда. Поехали в Лидл с утра. У нас сегодня праздник. У нас сегодня праздник это, ну, выходной день. Но магазины все открыты. А мне нужна была мука и туалетная бумага. Ну, я, как всегда, набрала там к муке и туалетной бумаге еще кое-чего. И перед выходом Надя обещала на горку. Думала, все обойдется магазином. Нет. Там я написала, кто сегодня на пляж поедет. У меня планы, чтобы строить. Либо на пляж ехать, либо в цирк идти. Вот и это. Ну, подходя к домовску, Надя такая, горка. Типа на горку. Ну, блин, все, пришлось на горку ехать. Такая жарища. Конечно, тут уже все невозможно. Здесь жопу сожжешь. Поэтому вот так вот. Сейчас чуть погуляем, домой пойдем. Хотя ветерок такой дует хорошенький. Вчера здесь костры жгли. Концерт какой-то, видимо, был. Наш город вот тут. А это идет уже Салабриня. А вот тут идет Альмунекар. А тут санем воняет. Видимо, кто-то вчера тут иссал, и все у нас вместе делал. Видите, все убирают. Лепота. Ну, что-то даже не верится, что уже лето. Что-то так быстро вообще. Помыла машину, красотка. Правда, это, знаете, на пару дней, потому что на пляж ездим, а там же пыль, все дела. Сейчас в Лидл приехала покушать взять. Надя отвела в садик, не знаю, что. Хочу говядину приготовить. Говядину. Ну, типа, знаете, этого, без строганов. В общем, хочу приготовить. Ну, еще, наверное, что-нибудь приготовить. Ну, это как обычно, идешь за одним, а покупаешь себе полный. О, гляньте, мужика при... О. Видите? Один в один. Может, на какую-нибудь просрочку нападу. Бананы по евро. Возьмем вот эту связочку. А еще Надя очень полюбила инжирные персики. Она прям вчера 4 штуки съела. Ой, они еще тут с приятной скидочкой. Так что берем. Это вот килограмм, рубль 74, а там Парагвай 22,50. Ну, вот эти тоже хорошие. Прям даже не твердые. Можно парочку взять. Хотя зачем парочку? Можно потом приехать еще взять, правда? Абрикосы 3,69 килограмм, дорого. Виноград. Черешня. Ну, по-моему, черешня есть. Что-то я и в этом году не особо черешню хочу. А вот самая-самая такая черешня по 8 евро килограмм. И вообще, не знаете, что жрать перехотелось. Лето, что ли, жара или что?
Так, я за мясом пойду. Просто я заметила, что в Lidl с утра очень много вот таких вот ценников 30%. Ну, потому что это есть надо, например, 27 числа. Сегодня какой у нас? Сегодня, по-моему, 24. И вот очень много продуктов вот таких вот именно, что со скидками. Видите, сколько? Все, но нам нужна говядина. Обычно заходишь домой, тут такая коляска огромная стоит. А сейчас я коляску огромную мыть. Короче, продать ее, наверное, буду продавать. Вот, и вот я это поставила. Она такая маленькая, чепизденчик. Такая какая-то, не знаю, ну, маленькая. Ну, она такая для взрослых уже, повзрослее деток. Такая малюсенькая. Конечно, с ней уже не сходишь за продуктами, потому что там вот эта штука такая маленькая, да, только вот там каких-то пару игрушек накидать и все. И эта сумка пустая, кроме вот трусы. А трусы Надины одни тут лежат. Обычно подгузники, там салфетки, все дела. Ну и что я тут купила? Так, чай. Ой, сейчас. Сосиски, красную рыбку, хамон. На суп вот такие ляжки. Потом вот такая вырезка из курицы, вот со скидкой. Потом говядина, тоже со скидкой. Я люблю с чаем сладким, люблю такой сыр. И вот эти Надины любимые. У меня фруктов вообще нету. Два каких-то. Надо сходить к марокканцу. Бананы. Бананы как-то особо не едим сейчас, представляете? В общем, вот так. Мини-покупка на 20 евро. Две посылочки пришло с Алика. Сейчас посмотрим, что тут, почем и как. Вот такое платьишко Наде. Надо разобраться, что и как. Юбочка. Маленькая юбочка. Вот такая. Надо померить, постирать. Ну, тема вот так. Сейчас на лето прям, мне кажется, будет шикарно. Что-то как-то измазано, что ли. И вот такие шорты. Блин, такие классные. Они, походу, широкие. 90. Не знаю, что это за размер. Такие классные. Но они какие-то большие, что ли, не пойму. Ну ладно. Хотя на талии не такие уж и большие. В общем, надо все это мерить. 90. 90. А это... Короче, я размеры беру 12-18. И это прям легкое-легкое. Прям классно. А это вот, видите, она тут юбка идет. Классный. Представляете, у меня нет пляжной сумки. Ну, это что-то дорого. Может быть, знаете, съездить на днях в этот... в Неваду. 23. Есть евро всего. И посмотрите, я с пакетиком хожу, знаете, на пляж. С пакетиком и это. Сумка из-под... из-под этой, как его называется? Ну, вот фрукты всякие. Ой, фрукты. А вот, смотрите, это 15 евро. Вот в примарке 5 евро такая сумочка. Холодильник, а вот еще. Ой, это большая, прям вместительная. 25 евро. Такая вот это вроде же прикольная. Тяжелая. Мне надо, чтобы было и легкая. Так что посмотрю еще. Закат какой у нас. Около время. Около 10. Ведь сегодня весь день был пасмурно. У меня зуб откололся. Не видно. Там совсем чуть-чуть. Но языку такое ощущение, что там дыра
черная вот эта вот дыра, и туда все проваливается. Но ее не видно совсем, но чувствуется. Хотела в Меркадону поехать, там это, сахар купить. А уже все поздно, это прогулено, прогуляла. Нет, не прогуляла. Она легла спать, и я к ней под бочок только что-то так, это, знаете. Думаю, дай-ка чуть-чуть полежу. Мы с ней до 6:30 полежали. Так, совсем понемножечку. Ой, и все, что приехали вот с Лаврини. Мне сейчас надо заправиться газом. Завтра хочу поехать на шопинг. У нас скидки начались. А у меня аж сумки-то я так и не посмотрела себе, сумку пляжную. Посмотреть. И надо заправиться. Что там такое? Ниточки, да, повесили какие на деревья красивые? Да. Вот. И это вот, смотри, уточка. Кря-кря-кря. У нас ритуал. И вот сейчас заправлюсь. Кря-кря. Смотри, он, вот он, кря-кря, уточка. И поедем домой. Потому что до 11 она точно не уснет. Ой, уточки, вот она, уточка, да? Ола. Тут... Ола, уточка, ола. Да. Ола. Там море. Приехала в Неваду шопинг. Тут так как-то пусто. Время, конечно, без 15:10, да? Вот. Но я однажды так приехала. Тоже было пусто. И потом оказывалось, что здесь это не работало. Но я сейчас посмотрела, вроде бы нет такой информации. Что-то я проканулась криво, что ну, немного криво, но на своей линии. Вот. Ну, пойду кофейку сейчас, может быть, тяпну. С Чарли погуляла. Кофе с сестрами попила. Надю им оставила. Вот. И сейчас я тут немного поработаю. Я вчера с ней работала. Это, конечно, была жесть. Вот это сзади. Мама, мама, мама. А еще женщина пришла с ребенком. Ребенок с Надей не хочет играть. Он сидит в телефоне. А Надя хочет с ним играть. И вот когда ей надоело, мама, мама, мама. Маме, маме, маме. И все. Поэтому сегодня оставила с сестрами. Вот. Сейчас звоню, говорю, орет. Не, не орет. Они там шоколадками кормят, чупа-чупсами. Ну, в общем, сегодня обеда у нас тоже не будет. Потому что она уже наелась всяких шоколадок. Сейчас Чарли оставлю дома. И поеду. Сиси, мангася, сиси, мангася. Да ты не бойся и не стеснись. Так, это сюда. Кошелек забыла в коляске. Что ты, Чарли, чучишь? Ну, погрызи печенье. Вот такой. Она не грызущая. Ну, скажи, сама ты ее грызи. Грызи, у тебя там нормально все с зубами. А еще я вчера на шопинг ездила. Вот, и это. Ну, неудачный шопинг такой получился какой-то. Вы знаете, знаю, сразу я так зашла туда. И так у меня времени не дофига было. Вот, развалочку туда-сюда ходила. Вот, а потом бац, и время куда-то ушло. У меня осталось всего час. И что-то туда-сюда. А я и забыла, что я поехала-то за сумкой за пляжной. И, короче, я ничего не купила. Вот. И знаете, что думаю? Может быть, мне завтра с Надей поехать. Ой. Завтра с Надей поехать. Мне такой бардак в машине вообще. Пакетик был бы. И там с ней потусить. У нас завтра все открыто, а скидки же начались. В общем, буду думать.